Будущие первоклашки села Поярково получили подарки. Новенькие ранцы, наполненные школьными принадлежностями, приобретены по программе «Губернаторский портфель». В РИУ губернатора Приамурья Александр Козлов не только вручил подарки, но и дал напутствие первоклашкам. Ребята, самое главное, у вас все получится, если вы будете в школу ходить, не прогуливать, а взрослые вам помогут получить те знания, о которых вы так мечтаете. Хорошо? Ну что тогда, новый путь? Напомним, благотворительное мероприятие проводится ежегодно с 2002 года правительством области совместно с региональным отделением детского фонда. Между тем, не остались без подарков и сами образовательные учреждения. Поярковская и Чесноковская школы района получили сертификаты по 230 тысяч рублей. Средства планируется направить на обустройство школ для удобства обучения детей-инвалидов. Деньги выделены согласно программе «Доступная среда».